То, что не могут сделать обычные люди, подвластно художникам. Остановить мгновение чарующего заката, перенести на полотно свое восхищение городским пейзажем, увидеть людей, животных и птиц во всем многообразии удивительных деталей и красок. Свой весенний вернисаж в арт-пространстве Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина представили три самобытных, не похожих в своем творчестве мастера кисти из городского клуба «Наследие» и Белорусской ассоциации творческих людей. Хотим порадовать наших гостей, наших друзей, жителей нашего города с началом весны. Я надеюсь, что после открытия нашей выставки погода улучшится и ко всем вернется солнышко и радость. Галине Горчарук близка природа. На ее полотнах можно увидеть все многообразие различных цветов и натюрмортов. Красота, характер и благородство животных видны на холстах анималиста Юлии Пичуевой. Тигран Джавадян не нуждается в специальном представлении. Известный талантливый художник, которому подвластны все жанры живописи, начиная от портрета, исторических зарисовок до картин на религиозные темы, иконы городских пейзажей. Полотна трех уникальных в своих подходах и технике мастеров кисти создали единую оригинальную экспозицию. Очень люблю весну. Весна вообще мое самое любимое время года. Начинает все цвести, распускаться, поэтому на моих картинах сейчас именно весенние цветы, анемоны, незабудки, цветущая сирень, цветущая веточка яблони. Это все очень-очень мне близко. Я считаю, что изображать животных и природу, это способствует, скажем так, развитию каких-то хороших качеств в человеке. Меня это мотивирует, хочется тоже что-то такое достойное создать, потому что анималистический жанр имеет, я считаю, имеет место быть как самостоятельный, достаточно серьезный жанр изобразительного искусства. Приобщиться к искусству на вернисаже можно было также через мастер-класс по коллективному созданию весеннего пейзажа. А особую чарующую атмосферу выставки придала классическая музыка в исполнении учащихся Брестского музыкального колледжа. Получить весенний заряд позитива от 26 удивительных произведений талантливых брестских художников могут все желающие. Выставка продлится до 30 апреля. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.